Спортсмены баскетбольной команды спортшколы «Старый городок», юноши 2004-2005 годов рождения, стали двукратными чемпионами первенства Московской области. Начало сезона состоялось в ноябре 2019 года и в связи с пандемией коронавируса завершилось в ноябре 2020. В турнире участвовало 12 команд, состоялось 24 игры. Одинцовская команда одержала 22 победы. Поздравления принимают также тренеры Елена Завязкина, Денис Черноситов и Олег Черноситов.